Привет, дорогие друзья! Если вам нравится мое обучение, обязательно поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на мой канал. А сегодня я обучу вас замечательному гиммику под названием Repeat and Fried. Трюк достаточно сложный. Это что касается его исполнения. Изготовление самого же гиммика у вас не займет очень много времени. Особую часть своего времени необходимо будет потратить на то, чтобы хорошенько его тренировать и хорошо показывать зрителю. В принципе, намного проще у вас это получится, если вы будете записывать какие-то видео для своего Инстаграма, ТикТока и каких-нибудь других социальных сетей. Но вживую этот трюк также можно показывать зрителю. Ну что ж, давайте будем потихоньку переходить к самому обучению. Для этого трюка нам понадобится двусторонний скотч, обыкновенная колода карт, я использую байсикл с синей рубашкой, две ненужные карты, из них мы будем делать гиммик, одна карта у нас красная рубашка, другая синяя, а также маркер и канцелярский нож. Ну что ж, давайте приступать. Итак, начнем мы работу с нашими картами. Первоначально мы возьмем карту с синей рубашкой, и нам необходимо на ней сделать неглубокий прорез. Это делается для того, чтобы карта хорошо сгибалась. Вот. Как только мы сделали этот прорез ровно посередине, мы переходим к нашей красной карте. На красной карте нам прорез необходимо сделать в противоположную сторону. Лучше всего это делать на твердой поверхности и с использованием линейки. Как вы видите, я тоже карту не прорезал полностью, а прорезал только ее верхнюю часть, для того, чтобы она лучше изгибалась. Ну что ж, теперь, когда у нас готовы эти две заготовки, мы будем переходить к подготовке нашего гиммика. Первоначально нам необходимо сделать вот в этой части прорез. Можно, в принципе, разорвать карту, но я советую вам сделать его полноценно именно с помощью вашего канцелярского ножа. Теперь вам необходимо примерить синюю карту и определиться, сколько вам необходимо отрезать от вашей заготовки. Я буду отрезать приблизительно посередине ангела. То есть у нас получится вот такая вот заготовочка. Ее необходимо будет закрепить на нашем гиммике. Делать я это буду с помощью двустороннего скотча. Вот такая заготовка у нас получилась. В середине ее промазываю суперклеем. В принципе, можно соединить и просто двусторонним скотчем. Это не сыграет никакой роли. А нашу заготовку необходимо будет прикрепить к нашей карте. Для того, чтобы понять, как правильно ее прикрепить, заложите в вашу гиммик-заготовку другую карту. И на таком же расстоянии, как выходит карта, закрепите
ваш небольшой кусочек. Вот таким вот образом. Ну что ж, наш гиммик готов. И теперь я вам расскажу, как работает этот гиммик. Зритель выбирает абсолютно любую карту, оставляет на ней роспись. Вы ее сгибаете пополам. И также необходимо сделать так, чтобы она хорошо сгибалась и еще в два раза. Ваш гиммик выглядит вот таким вот образом. И когда вы заводите карту зрителя под гиммик, я вам сейчас покажу это немножко поближе. Вы заводите карту, отгибаете ваш уголочек, закрываете эту часть и карту зрителя изгибаете в другую сторону. Таким образом создается иллюзия, что карта находится целиком под гиммиком. Я специально использовал карты разного цвета, чтобы вам было более понятно, как это выглядит. После этого вы можете спокойно разорвать карту и проявить карту зрителя. Я немножко видоизменил сам гиммик, сделал его немножко поменьше, чтобы он не сильно мешал этому трюку. И так это будет выглядеть намного лучше. То есть лучше всего сделать этот уголочек, чтобы он не доходил до разреза под вашей картой. Ну что ж, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока!